огнеметными системами ТОС-1 АСМСПЁ. Экипажи готовятся осуществить пуск неуправляемых реактивных снарядов по колонне бронированной техники противника. Итак, дальность до цели 3000 метров. Ну а вот и тандемный пуск слышит сейчас. Две ракеты отправляются. Огнеметные системы ТОС-1 АСМСПЁ «Берегбас» создают облако взрывоопасной смеси, а затем подрывают его, заставляя весь кислород в облаке вступать в эту реакцию. Итак, внимание, сейчас вы почувствуете ударную волну. После мгновенной детонации давление резко поднимается, а потом падает ниже атмосферного, примерно на 160 мм воздушного столба. Таким образом, даже если противнику удалось выжить после взрыва, то перепад давления приводит к его гарантированному уничтожению. Снаряд имеет длину 3000.